Я всех приветствую на канале Игровой Калейдоскоп. Меня зовут Денис. Мы продолжаем с вами разгадывать тайну Silent Hill. Нам нужно найти все-таки пропавших людей. Куда же они подевались? Разгадали мы уже тонну просто загадок. И последней нашей загадкой было... Мы сожгли эти кусты с помощью маяка, с помощью разных там луп, солнца, костра и всякой прочей приблуды. В общем, у нас проход открылся. Погнали в этот сад, что ли, городской. Да, ё-моё, как же без страшного замка. Как же без него, конечно же. Ладно. О, кусачки, ой, не кусачки, это секатор, ёк-макарёк. Смотрите, машина бросла травой, или это декоративно, либо это просто никто уже не ухаживает за, в общем-то, садом этим, да? Куда пойдем сначала? Можно в замок... Можно туда налево. В замок там, наверное, опять дохренища просто комнат, поэтому пойдем сначала вот сюда налево. Сейчас будем искать предмет необходимый. Носок. Носок самое первое. То, что нужно найти мужчине. Я приступаю на работу. Когда собираешься, тоже ищешь носки всегда. Если у вас так, ставьте лайк обязательно. Если у вас не так, все равно ставьте лайк. Так. Лимон, клевер. Клевер нашел. Лимон теперь. Ребята, ищем лимон. Кто-нибудь видит лимон? Что это? Это перстень какой-то. Колечко. Нифига себе колечко. Это перстень, это не колечко, это перстень. О, так, что это? Это какой-то парус. Наверное, нужно его на кораблик, да? А кораблик-то кто-нибудь видит вообще? Я вот не вижу вообще. Не вижу я. Ножичек. Сытая гусеница. О, паучиха. Паук. Паучиха, паук. Нужно яблоко, наверное, разрезать. Да, действительно. Я даже не смотрел в предметы, просто сам догадался. Видите, какой я умный. Половинка яблока, вторую половинку. О, гусеница. Что с ней сделать? Так, поймать ее или что? Так. Она... А, съела яблоко. Вот она. Гриб в шляпе, так это перо, хвост павлина. Вот павлин, да? Нужно вставить все хвосты, вернее все перья в хвост. Еще одно должно быть перо. Вот. Так, все, нашли. В бардачке у нас что? Непонятно, что это. Морская раковина, новорожденная бабочка. Нужно найти кокон. Кокон ищем. Ищем кокон, ребята. Это не кокон. Это какие-то ключи, шарик. Этот яблоко обкусано. Так, это что? Фиг его знает, что это. Там утюг. Клякса. Вот это что ли? Кокон-то нет. По правде говоря, не могу сказать. Керосинка, гриб в шляпе. Гриб в шляпе, вот. Это шляпа. А где сам гриб? Ножка-то где у него? Вот это что ли? Нифига. Нет, нет, нет. Где сама ножка у гриба? У гриба, у гриба. Новорожденная бабочка. Где ты? Новорожденная бабочка. Она должна быть прям... А, вот я вообще не вижу ничего, а? Ищем ножку гриба. Гриба. Да что же я говорю гриба-то, если гриба. Так, это керосинка. В керосинку нужно что-то залить, наверное. Керосина. Вот это что? Это мясорубка, да? Давайте посмотрим. Носок. Носок до сих пор мы еще не нашли. Лимон еще не нашли. О, сигналить можно, здорово. Улитка с ракушкой. Это улитка, наверное. Точно. Лодка с парусом. Я думал, что это мало ли лодка. Но это не лодка. Ладно, воспользуюсь подсказкой. Ну, керосинку-то я видел. Ага, в жизнь бы не догадался. Так, гриб в шляпе.
Да нифига подобного. Гриб в шляпе. Что там еще есть? Лодка с парусом, лимон, носок. А для чего это? Что это такое? Да, конечно, конечно, обязательно. Вот лимон лежит. Так, еще носок, лодка с парусом. Лодку-то я что-то не наблюдаю вообще. Это что такое? Что здесь такое подсвечено, а? Нет. Странно. Да? А как бы я увидел лодку-то, ё-моё? Так, носок остался найти. Злосчастные носки. У меня начинает уже портиться настроение просто. Я не могу найти носки. Это что? Вот это что такое? Наверняка здесь где-то ножка от гриба, наверное, да? Ну-ка. Да. Ну и остался носок. Воспользуемся подсказкой и найдем носок. По-другому я не знаю, как его найти. Офигеть. Вы видели его, а? Я вот не видел вообще. Взяли мы керосиновую лампу. Пока не ясно, для чего она нужна. Так, впереди у нас еще... О, лужа какая-то. Я вижу странный символ на дне. Если бы из лужи можно было слить воду, то достать этот предмет составит труда. А то есть тебе так руку-то не протянуть, да? Не протянуть тебе руку. Логично. Логично. Так, секундочку. Что-то у меня тут наушник сваливается. Лужа. Первая волшебная лужа на моем пути. На дне странной лужи лежал какой-то предмет. Достать его было невозможно. Как только моя рука опускалась в воду, лужа становилась бездонной, и до предмета было не дотянуться. Лужа однозначно была заколдована. А, вот так бы сразу и сказал. Чем можно достать оттуда? Какую-нибудь палку, что-нибудь такое. Пойдем, ладно, в этот домик. О, садовник. Лопату дашь? Забрали у него лопату. Блин, столько ходов еще. Давай поговорим с ним. Отнять ничего нельзя, ничего нельзя отнять. In my garden I grew only the most unusual flowers and plants. In my floral kingdom of absolute harmony and peace, everything pleased one's heart and eye. Everything was well groomed. My plants bloomed and breathed with adorable fragrances. One perfect day, something blew up out there in the mansion. All my exotic flowers faded. The balance was totally upset, and I cannot move from this place. I must constantly trim this bush. Before that strange explosion, I heard that workers hired by the rich man found some ancient altar in the gold mine. Maybe that explosion and this strangeness in my garden were links in one chain. Ну, про этих странных рабочих мы в курсе. Они проводили ритуал там где-то в районе шахты или где-то там. Ладно, ты нам ничего нового-то не рассказал. Что это, сачок? А, сачком из лужи достать, да? А здесь что? Что, пожрать захотелось, что ли? Да, взяли, стырили, короче, у него корзину. Садовник бедолага попал в петлю времени, ему ничего не сделать. Можно у него брать все, что захочешь. Так, возвращаемся к луже. С очком попробуем достать. Вода заколдована, мне нужно от нее избавиться. Может, выкопать лужу? Да ладно! Это я на самом деле чисто на дурака сейчас сделал только что. А что это такое вообще? Какая-то буква, да? Загадочный символ. Ладно, погнали дальше. Взрыв, говоришь, у своего особняка. Наверное, он туда налево. В дом садовника зайти нельзя, ладно. О, болото! Какие красивые кувшинки. А что красивого-то? Нам что-нибудь сделать здесь можно вообще? Может поймать с очком кувшинку? В корзинку? Символ?
Клей налить? Нет, все, выходим отсюда. Пошли налево. Это... Что это? Парник, что ли, какой? Здесь чего-то не хватает. Корзины здесь не хватает, однозначно. Похоже на цветочный сад. Это нам столько нужно корзин собрать. У нас есть вот еще одна корзина. Надо еще две корзины, да? И потом что-то, наверное, откроется. Это что? Ой-ой-ой-ой-ой. А, нам нужно открыть все цветы, чтобы они были... дышали. Ну, это несложно. Наверное. Так, здесь вроде все получилось. Так. Хотя, знаете... Ну-ка. Сейчас я вот так сделаю. Так, где-то еще цветы есть? А вот там еще цветы есть. Так. Отлично. Где еще цветы? Что-то я больше не вижу. А вон там еще есть. Ладно. Как бы мне переместить-то теперь? Да. Во! Ну, это было несложно. Да. Очень смешно просто. Обоссаться можно со смеху. Так. А что это произошло-то вообще? Мы открыли окна. У нас попал свет в этот сад. Во! Это похоже на то место, где были кувшинки. Инструкция, как ходить, что ли, по кувшинкам, или чего это? Я не понял. Не понял, ну-ка. Вот такой вот незамысловатый фэншуй. Поменяй одно местами с другим, и все наладится. А как это сделать-то? Ладно, давай вернемся к болоту, сейчас посмотрим. Так. Не понял. Что надо сделать? Так, подсказку-то не посмотреть. Я что-то вообще не вкурил. Так, а где подсказки-то? Ну-ка. А, не понял, а что случилось-то? Чистейшая вода. Я воспользовался подсказкой, и там само что-то все перевернулось. Все само, что ли? Сработало, хрен знает. С очком что-нибудь половим. Ладно, не знаю я, что случилось, в общем. А, это кусок мозаики. Помните, на маяке в полу там не хватало мозаики. Больше ничего поймать нельзя. Не, на самом деле, с этой загадкой просто я не понял. Я бы разгадал ее сам, я не стал бы пользоваться подсказкой. Я думал, мне просто выйти нельзя было из локации никак. Можно пойти туда, направо, можно прямо... Так, давайте сразу вернемся к маяку, наверное. А эти новые локации следуем потом. Где маяк-то? К маяку, вот. Просто чтобы не забыть. Так, и что произошло? Собираем розы ветров. Так. Ну, сейчас соберем. Я такие уже разгадывал, помню.
Так. Правильно, правильно. Вот сюда, отлично. Так. По-моему, вот так, если я не ошибаюсь. Ага. Ага. А, нет, здесь не так. Так, вот здесь вроде правильно. Ну-ка. Вот так. Нет? Не так? Все, сейчас. Сейчас сделаем. Так, 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 так. Там что-то неровно получалось, сейчас будет все ровно. Все. Все ведь собрал-то. Или не все собрал. Почему-то неровно получается. Вот. Что не так-то? Смотри, целиком крутится. Так что ли? Блин, еще не так-то просто, как кажется. Черт. Она уже целиком просто крутится уже. Это точно не сюда. Тоже не сюда не совпадает. И это не совпадает. Нет. Или опять не так, что ли? Да что ты будешь делать, да? Ничего себе. Загадочка. Сколько еще вертеть-то? Можно? Так. Да что надо-то? Все же вроде правильно собрано. Может быть, здесь неправильно собрано? Вот, например, вот это. А сейчас правильно? Вот, она уже две крутит. Во, сейчас правильно собрал. Сейчас должно быть все правильно, по идее. Только осталось подобрать. Вот, наконец-то, ё-моё, а! Чуть голова не взорвалась. Так, и что случилось? Это еще один символ. У меня теперь их два. Загадочный символ. 100%, наверное, они будут нужны на заборе возле того старого особняка. К садовнику. Направо. Нет, не сюда. Назад. Назад. Так, еще назад. Вот здесь, наверное, ставить нужно будет 100%.
Так. Замочной скважины ворот особняка торчал обломок ключа. Руками его было не достать, но проникнуть внутрь как-то надо. Так, у меня есть секатор. Хренушки. Надо придумать способ вытянуть кусок ключа, застрявшего в скважину. Ну, нужны пассатижи здесь, другого-то не дано. Поэтому идем направо. Это мы где оказались? Проход закрыт. Динамит, что ли? Так, подрыв входа в рудник. Что делать нужно? А, все. Сделал. Ну, это типа как с железной дорогой. Я думаю, что это несложно. А это что такое? А, все. Это просто. Осталось только дождаться, пока искорка догорит по пороху и что-то взорвется. А, кстати, не в этой ли шахте проводили ритуал рабочий? Не этот ли особняк богача? Вот что я хотел сказать. А? Это 100%, да, это особняк того богача. А это шахта его, наверное. Так, что написал наш герой? Взорвать проход оказалось недостаточно. Внутри было темно, хоть выкалывая глаза. Однако кое-что вселяло надежду. Развешанные повсюду в шахте факелы были под завязку заправлены горючим. Так у меня же есть лампа. Нужно где-то раздобыть огонь, чтобы зажечь факел. Я даже знаю, где его достать. Так, только нужно его опять в чего-то собирать. Пустая лампа, вот. Короче, мне нужно вернуться сейчас на маяк. Заправить лампу огнем. И потом идти поджигать в шахте свет везде. Это же просто. Так. Угольки есть. Давайте лампу попробуем. Ага, нужно керосином заправить. А помните, в бочке солярочка была? Так, только надо найти теперь, где это. Почему она не выходит-то, ё-моё? Только теперь нужно найти, где я там находил. А, так, по-моему, прямо здесь и находил. Смотритель маяка, вот у него здесь было. В бочке-то. Ну-ка. Вот, пожалуйста. Чик-чик. Заправили лампу. Все, теперь погнали к маяку. Заправляем здесь лампу. Так. Угли щитлеют. Чё не так-то? А! Нет, подожди. А чё лампу-то не берет? Я не понял. У меня больше ничего нету. Нафига ты лампу сюда поставил? Тряпка, что ли, нужна какая? Где тряпку-то найду теперь? Вот дела. Я не знаю, где ее искать. Давайте воспользуемся подсказкой. Неужели опять в этом? А чё здесь-то? А, я совсем забыл про этот куст-то, ё-моё! И чё это такое? Шип розы. А нафига он мне нужен? Странно. Он же не будет поджигаться, правильно? Или будет? Да ладно. А другим нельзя было сделать любой тряпкой и любой куском дерева, любой щепоткой. Да, где фантазия у главного героя? Так, выходим, выходим отсюда. Чистейшая вода, нам там ничего не надо. Мы сейчас должны вернуться в шахту.
Окей. Мне показалось, или там кто-то рычал. Так, что у нас здесь? Похоже, эта часть стены притягивает металлические предметы. А у меня есть что-нибудь? У меня только символы, больше нет ничего. Погоди, погоди, я еще не готов. Я еще не все осмотрел здесь. Нет, здесь ничего нету. Идем дальше в шахту. Можно налево, можно направо. Куда пойдем? Пойдемте налево сходим. С лабиринта, ё-моё. Ладно, пойдем туда. И чё, и где я? Если так заблужусь, если направо пойдем. Я даже знаю, куда мы сейчас вернемся. Да, на самое начало, где была первая развилка. Поэтому второй раз идем тоже налево. Вот здесь идем налево. Здесь уже немного направо. Сколько можно плутать-то здесь, а? И где это? Заблудиться в пещерах очень легко. Придется начать путь с самого начала. Ну, пойдем. Прямо. Налево. Прямо налево. Опять, что ли, налево? Налево. Направо. Того прохода не было. Сейчас идем налево. Сейчас прямо. Еще раз налево. О, здесь направо не было прохода раньше. Ну, развилки, вернее, не было. А здесь куда? Офигеть. Так, ладно. Не туда пошел. Бог с ним. Сейчас идем направо. Налево. Катастрофа. Ладно, начинаем. Налево идем. Здесь прямо. Еще раз налево. Здесь направо. Нифига. Ладно, налево. Еще раз налево. Здесь налево. А что за фигня? Налево. Налево. Направо. Я выхожу к тому же месту. Значит, здесь пойдем направо. 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 Налево. Жесть. Направо. Еще раз направо. Третий раз направо. Так. Налево пойдем. Я не знаю. Я просто не знаю. Так, идем налево. Еще раз налево. Здесь куда? Направо, налево? Ну-ка. Подсказка вообще сюда ведет. А чем я вытащу? Может, клеем намазать? Зачем меня сюда подсказка привела? Давай посмотрим. Чего? А, во! Так может склеить. А может, обломок ключа нужно в пещеру, чтобы его притянуло? Я не знаю, правда, зачем. А, так может быть, какой-нибудь проход откроется. Да хренушки. Нет, давай вернемся назад. Попробуем сюда ключик. Клеем намазать. Нет. Надо по-любому в шахту идти. Нужно пробовать все ходы. С самого начала. А у нас в начале первая развилка. Идем налево. Сразу, что ли? Идем налево. Я что-то вообще не знаю. Мне кажется, тут ее не пройти, пока что-то здесь не сделаешь.
Здесь по-любому что надо сделать чего-то сначала, чтобы пройти. Почему-то мне так кажется. Вот, и все равно приходишь в одно и то же место. Ну-ка, подсказка. Показывает прямо, но это мы знаем. А дальше-то куда? Может, подождем, пока подсказка еще вот накопится. Странно. Долго еще и копиться-то. Ладно, направо пойдем. Здесь нет, ничего не валяется. А то я, может... хожу здесь. Ничего не вижу. Да блин. Так, налево. Направо. Направо. Давайте подсказку используем сейчас. Она меня вообще сюда привела. Зачем? А-а-а, ключ-то сделать. Точно, я забыл вообще. Сделали мы слепок. Что, дальше клей, что ли, намазать? Загадочный символ. Так как мне вторую половину ключа-то достать? Чем вообще? Ладно, там, когда достанем вторую половину ключа, тогда... тогда, наверное, и будем делать ключ. К руднику погнали. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Я сейчас немного передохну, поброжу здесь за кадром. Может быть, что-нибудь получится, я не знаю. Если что-то получится, тогда я вам потом скажу, в каком направлении я шел. Что хрен знает, сколько тут еще можно проходить. Что это? Молоток. Кирка, блин. Может быть, там что-нибудь раздолбить в шахте. Ладно, с этим разберемся в следующей серии. На этом с вами пока прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Twitch. Все ссылки будут в описании. Ставьте лайки, комментируйте. С вами был Денис, и всем пока.